Лошадей всех съели. Такие, как он, любят выпить кофе с простотой. Стоящие опустевших костюмов, рубашек в клетку и брюк, звенящих еще мелочью, когда в городе выстрелы. Он морщится и сует пару пальцев в карманы с заберушами. Завтра скажет: в этом городе, знаете, ветрено. В общем, я не я, и лошадей всех съели на Курбанайт. В Астане очень редкостные таксы истории. Попадаются разные. Немые с шестью пальцами, говорящие по схеме то, что вижу. А еще бывают машины, в которых звучат хадисы, произрастают бородки, и возникают мысли уже в моей голове. Лошадей, правда, уже всех съели. Первый снег в окно твоей квартиры заглянул несмело, как ребенок. А у нас лимоны по 2 лиры, красный перец на стенах беленых. Мы живем на вилле Девелина, 3 русских, 3 недавних друга. По утрам стучатся апельсины в наши окна, если ветер с юга. На березы вовсе не похожи, кактусы под окнами маячат. И как все кругом, чужая тоже женщина по-итальянски плачет. Пароходы грустно по собачьи лают, сидя на цепи у порта. Продают на улицах рыбачки, осьминога и морского черта. Юбки матерей не отпуская, бродят черные, как галки, дети. Никогда не думал, что такая может быть тоска на белом свете.